просто я придумала сегодня прочитать это стихотворение Дрыгиной, поэтому простите, я буду читать. Все, что было дано мне для жизни, для блага земного, и хрустальные, но не по размеру, ботинок на ногу, и уж слишком ранимая кожа, и рыжие прятки, и удовлетворительный росчерк от брошки до пятки. Все, что временно, что на прокат, но грустит и смеется, чем смешно дорожить, так оно ненадолго дается. Все, что может придумать надменный и суетный разум, это все, если хочешь, мой милый, отдам тебе разом. Ничего для тебя мне не жалко, и труд никакой мне не в тягости. Все-таки давай ты лучше сам закроешь форточку.